Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Жмурки. Бумер. Чужая, 1990-е, бандитский Киев. Бригада из четырех бойцов получает задание доставить из Праги девушку по кличке Чужая. Она родная сестра арестованного Бабая, чьи показания могут навредить важным людям. Не мой дом. Уилсон со своей дочерью Лаурой поселяется в загородном доме, который они должны отремонтировать перед тем, как владелец выставит его на продажу. В первую же ночь Лаура слышит странные звуки, доносящиеся со второго этажа. Ее отец отправляется наверх проверить, что происходит. Девушка же остается одна, дожидаясь, пока он вернется. Брайтонский ленец. Мелкий хулиган собирается жениться на официантке, которая может доказать, что тот замешан в убийстве местного головореза. «Девять в списке мертвых» 2010 года. Это триллер о выживании девяти незнакомцев, которые были похищены вооруженным в маске, который сказал им, что будет убивать каждого из них через каждые 10 минут, пока они будут узнавать, как все они связаны, кто из девяти останется в живых, а кто умрет. Жизнь. Быстрее пули. После 10 лет, проведенных в тюрьме, у драйвера одна цель – выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец, обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список. Земля вампиров. Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть – эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто Мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север, в так называемый Новый Эдем. Опасный квартал 2011 года. Главный герой – молодой полицейский, приписанный к участку в районе, где в основном проживает рабочий класс. Герой вырос в этом районе, и теперь, когда он вернулся сюда стражем закона, на поверхности оказался некий секрет, который может уничтожить как семью копа, так и его самого. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!